Всем доброе утро! Я уже позавтракала, как всегда, своим тостом с авокадо. И сегодня сварила кашу себе с кукурузной муки. Что-то она мне не обожралась, вернее. Я утром ем, но не привыкла, чтобы много есть, поэтому как бы она мне не полезла. Так, вот сейчас у меня там видео загружается. И пойдем, как всегда, на пляж. Поедем. Я всегда с собой беру видеокамеру. Помните такую передачу? По второму каналу, по-моему, она шла. Мне очень нравилась, прикольная. А Чарли я тут приучаю, чтобы он у меня не гавкал. Когда соседка выходит, допустим, из своей квартиры, он постоянно гавкает. И вот я уже второй день приучаю, чтобы он не гавкал, когда не только соседи, вообще кто проходит мимо нашей двери, он прям стоит, ждет, чтобы погавкать. И я его второй день приучаю, чтобы он не гавкал. Да, и сейчас такая соседка вышла, он такой прибежал, типа, соседка вышла, а я не погавкал. Вот правда, вот в натуре так было. Он прям такой прибежал мне, типа, вот так вот, там соседка вышла, а я не погавкал. Но я ему дала вкусняшку, премию. Да, мама лакает. А молокай митик. Ой, мой пузякин, такой сладкий пузякин. Да, мой пузякин. Вот, я вот в таком виде, в этих штанах сегодня одену. На улице вроде тепло, надо, кстати, этот цветок выбросить. Тут мое ложе, что негоже. Люблю полежать на диванчике под плетиком. Это же счастье, смотреть телевизор. Ой, блин, ну посмотрите, это пахнет просто офигеть, как пахнет. Ой, как оно пахнет, это просто класс. Знаете, прям смотрю, хоть еще где бы их найти, чтобы купить. И вот они чем больше распускаются, тем насыщеннее становятся. Видите, тут только распустилось бледно-розовое, а вот это прям уже жалко, что они быстро отцветают. А так вообще было бы пахнуть на всю квартиру. Так, нет, лучше вот с этой стороны. Вот так. В голове моей туманы-маны. Второй день слушаю, представляете? Концерт Макса, как он его забыла? Барских. Вчера весь день слушала, ну как весь день. Когда пришла, посуду мыла. И сегодня сейчас включила и слушала. Не знаю, подсела на него. Этот цветочек тоже растет, прям вот все растут, растут цветочки. Даже кактусенок, наверное, там принялся у меня. Земля такая вроде сухая, но я сейчас не поливаю, чтобы не залюбить. Полюби меня такого. Ну разве не прелесть? Ну разве не прелесть? Скажи всем привет! Привет! Скажи привет! Привет! Не хочет. На улицу идем, на пляж. Думала, на улице жарище, передавали вчера 19 градусов, а у моря такое холодрыга, там ветер ледяной. Он не сильный, но он ледяной. Поэтому пришли вот сюда, вот здесь, быстрее-быстрее, в парковой зоне не так ветер дует, прям вообще. А я еще в жилетке, руки мерзнут, пипец. Тебе и не угадаешь погода какая. То накулючишься жара, то, блин, замерзнешь вся. Такие вот дела у нас. Ходим гуляем. Митику! И Митику, хлопу!
Сегодня морем пахнет. Вкусно-вкусно. Белеет парус одинокий в тумане. Небо голубом, что ищет он в стране далекой. Что ищет он в краю родном. Красота. Я уже вот такая красивая, накрасилась немного. Мы кое-куда идем покушать. Но об этом вы узнаете через несколько секунд. Мы идем в китайский с девчонками, с мальчишками, со всеми, короче. Идем кушать. Девчонки мои, нам уже супчик принесли. Такой я люблю в китайском супчик. Вот такой. Хрен знает от чего. Там еще кое-что на прокуратуре, сейчас будем кушать. Мы пожрали, идем в кафешку попить кофе, чай. Ребятишки там на пошли на это играть на горке. Вот они бурашки, смотрите, какие красота. Дай людям покажу. Нате, пожалуйста. Можно одевать на рубашечку, можно вот сюда, еще куда можно. Ой, а тут еще одно. Да, а здесь на удачу, видишь? Ой, ну подкова, вообще. Если кто не догадывается. Ну что, видно, даже лошадь знает. Вот среди. Она у нас мастер на все руки. Да. Что значит, руки с того места растут? Золушка. Золушка. Нравится? Я вот не помню, как говорится, меня даже мысли не в эту струю не идут. Меня расслабляет. А мне бы терпения не хватило все вот эти вот каждые. Нет, да ты Катину матрешку покажи. Russian Today. Катя, она там играет, сейчас потом. Там у Кати матрешка, у дочки ее. Такая классная. Сейчас вот сюда посидим. Чай, кофе, потанцуем. Слушай, а я пойду посмотрю, может, там пирожки какие есть. Кто о чем, а я о пирожках. Посмотрим, есть ли пирожки какие-нибудь. Ой, а тут что-то ничего нет. Обычно у них там витрина была. А сейчас нет витрины. А он уже уехал домой. С Энрике. Да. Они с Энрике поехали кофе пить. Я нашему мужу еще, пожалуйста, стол дополнительный. На нас 6 все равно получается. 6. Ну, давайте. Ну, соединим 2 стола. Моя красота. Наш. Один на всех, мы за ценой не постоим. Будем кофе пить. Мы нафоткались, пришли на наш любимый па. Нельзя сажать. Сажать? Моему почему сажать? Это, когда мы дед приносил бабушку. Так что мы сегодня походим по парку по-любимому. Дети там играют. Нащелкались. В Инстаграм фоточки наставлю. Так что подписывайтесь на Инстаграм, кто не подписан. Сейчас уже домой пойдем на улицу. Прекрасная погода вообще. Хорошо, что я шарф. Я хотела шарф одеть такой теплый, прям, чтобы, знаете. Ай, муж посмотрел, говорит, ты куда? Я говорю, правда, куда это? Я одела платочек. Ну, хорошо в платочке. Вон, девчонки песни поют. Весело. Пили воду. А он далеко? Тебя волнует. Скажи ко мне, расскажи. Время около 7. А я только домой иду. Я сегодня загуляла. Хорошо так в парке посидели, пообщались. Моя машина стоит. Сейчас домой приду. Чаю сделаю. Мы сегодня кофе выпили. Чаю хочется. Так что вообще ветер сменился. И так тепло на улице, так хорошо. Вообще класс. Такие вот у нас пироги. Будем дома отдыхать. Вы знаете, я когда умываюсь и кремом мажу руки, снимаю кольца. У меня вот тут было колечко такое вот бантиком. Я, по-моему, положила в карманы, в халат. Банный у меня такой халат. Вот сюда всегда кладу. И не могу найти. У меня тут носки такие. Ой, у нас опять ураган поднялся, пипец. И вот хожу, ищу. Может быть, тут выпал, пока я валялась. Не знаю, не могу найти. Слышите, какой ураганище. С
Задолбал ветер. Еще. Ой, ну-ка, ну-ка. А нет, нету ничего. Блин, где он есть? Чарли, ищи мне кольцо. Да? Ну не та? Ну не? Бушка, ну не та кольцо? Бушка, а? Ну не? Есть? Бушка, бушка, ну не та? Ну не та? Бушка, ну не? Ты игрушка твоя. Не могу найти. Еще вчера я обнаружила потерю. Он мне так нравится вообще. Я покупала его, правда, в Алиэкспрессе. Оно было серебряное. Ну, я надеюсь, что есть. И в ванной посмотрела, и везде посмотрела. Что-то никак не найду. Блин, так жалко. Мне так нравилось. Может быть, как-то из кармана выпало. В общем, не знаю. Я с ним... Вот это нашла. Это у меня кольцо. Спаси и сохрани. Я его в церкви покупала в России. Нашлось. Ой, боже, как они пахнут. Готова нюхать и нюхать. Твои глаза. Прям мимо проходишь. И не знаю, вот хожу, бружусь, как дурочка. И в ванной посмотрела. Я сегодня пылесосила с утра, в пылесосе тоже посмотрела. Нету. На. Играй. Ой, у меня батарейка садится. Пойду еще чаю сделаю. Я уже один выпила с шиповником. Блин, а его надо залить. У меня там закончился. Но рукой не залью. Сейчас. Смотрите, как все. Видите, какой ветер. Ураган. Все, поставила чай. Сейчас буду делать себе. Посуду помою. Вот знаете, сегодня ели в ресторане. А посуда есть. Завтрака. Еще там. Так, кружки всякие с чаем и не с чаем. И так набирается. Это дома не ела. Твои глаза. Какой же мне черёк выпить? А, ну как, в смысле какой? Вот. Ну, не стресс. Нет стресса. Стресс убой. Чтобы спокойно спать. Вонючий, правда, он такой. Фу. Пахнет так противно. Я туда мяту добавляю, чтобы он не такой противный был. А, имбирь. У меня же есть имбирь. Сейчас точно натру имбирь. Все время забываю про него. Свежий имбирь у меня есть. И он будет как лимончик. Лимончик тоже добавляю. Твои глаза такие светлые. Па-пам. Сейчас просто потру. Терочка такая у меня есть. И все. Не сильно много, а то он, знаете, потом прям такой пикантный, как с этим, с перцем молотым. А я не люблю пикантную еду. Я вообще не люблю, чтобы вот много перца было. Острую, острую еду я не люблю, я не чувствую вкуса. Также не люблю сильно соленое что-то и сильно сладкое, потому что не села батарейка. Короче, одену пока вот этот. Не знаю, мне нравится, когда... Раньше золото носила очень много, а сейчас мне больше серебро нравится. Не знаю, почему. Тоже это с Алиэкспресс колечко. Вот. Закажу себе другое. Мне просто тот бантик очень нравился. И закажу на размер меньше. Потому что он у меня почему-то большой. Ну, не почему-то, а большое. Закажу на размер меньше. Ну, конечно, очень жалко. Очень странно, куда он мне выпал. Ну, ладно. Чтобы, что, как говорится, не делается, что к лучшему. В общем, не знаю. Летает. Я одна в гордом одиночестве. Знаете почему? Потому что футбол. Футбол. У меня все муж зарекается сделать ему канал плюс, чтобы посмотреть футбол по телеку. Но ему не интересно смотреть по телеку, потому что его никто не поддерживает. Он лучше пойдет в бар и там с друзьями или еще с кем-то обсудит всю эту игру. А я-то в футболе не ебе, не ме, потому что мне совершенно не нравится. Поэтому как бы все порывается, порывается. Да и дома мне зачем он нужен? Смотреть футбол? Нет. И так каждый день. Ладно, буду чай пить и прощаться с вами до завтра. Вот и закончились выходные у вас.
А у меня еще целый день выходного. Так что всего вам самого наилучших. Продуктивной рабочей недели. Много зарплаты, много денежек и мало работы. Ну или там как у вас хотите. Но кто любит много работы? Мне кажется, никто. В общем, всего вам самого наилучшего. Если понравился мой влог, пальчики вверх. Не понравился, пальчики вниз. Пишем комментарии, подписываемся. И всего вам самого наилучшего. Пока-пока!